Сообщение за последние 2 недели. Давай с самого начала. Привет, Потап. Какие новости? Ну, у нас без тебя прошел фестиваль Лиги Смеха. В 2 частях. Было очень смешно. Зал рвался, как твои штаны, когда ты делал предложение Насте. Мы заменили одного тренера и отобрали 12 команд для нового сезона. Не хватало тебя, конечно. Но ничего, мы нашли выход, и вместо тебя фестиваль вел Ласточкин. Да что я тебе рассказываю? Сам смотри. Гусин, привет! Снова я, Игорь Ласточкин! И это 8-й фестиваль Лиги... Тобі ж зуб мудрості учора вирвали, ти його викинув? Ну да. Тю придурочне. І все буде добре. Ку-ку, это опять я. У нас тут намечается первая игра сезона. 4 команды сыграют 3 конкурса. А темой полотна будут знаки зодиака. Кстати, я по знаку зодиака Овен, а ты – Телец. Мы с тобой оба парнокопытные. И парноведущий, Леша. Кстати, теперь в каждой игре будет обязательно импровизация. Так что тебе самое время вернуться, Лёш. Всім привіт! На зв'язку Ліга Сміху! Ой, я такий радий тебе бачити. Я теж радий тебе бачити. Та не надо, що ти робиш? Ну, що ти в кінці? Ти змінився. Так давайте починати в кінці кінців. Ви готові? Ну тоді поїхали! Зустрічайте! Уже приехал. Ау! Это Лига Смеха. Лига Смеха. Как лекарство для души. Лига Смеха. Смех нам продлевает жизнь. Лига Смеха. Лучшая на свете. Лига Смеха. Добрый вечер, шановні пані та панове. Ви тут не випадково. Канал 1+1. П'ятниця. Значить, вечір Ліги Сміху в вашій області. Привіт всім! Так, ми знову з вами. Ця парочка ведучих. Я, Євген Кошовий, і Олексій Андрійович Потапенко. Заслужений артист України. Або, як нас ще називають, антистрес-ведучі. Олексій Поп-Іт і Євген Сімпл-Дімпл. Yes, of course. Значить, сьогодні ми дізнаємося, яка з 4 команд за нашими спинами покине 8-й сезон практично на старті, а які 3 гарантують собі місце в півфіналі. А вирішувати, хто саме це буде, належить нашим суддям. І у 4 з них сьогодні прем'єра у 8-му сезоні. А саме у цьому сезоні він нарешті з командами Стас Баклан і Владимирський Централ, город Северний. Заслуженому було народному, дайте оплески. Стас. Я хотів, щоб стати. Стас. Це вони це. Людина, який я пересадив все своє волосся, Володимир Дантес. І його команда ОГО. Місто гріхів, єс. Український Юрій Дудь, Маша Єфросініна та команда «Моя провінція» Вінницька область. Юрочка, сідайте. Повненький з кварталу. Олександр Пікалов та команда «Между ділом». Саня, так написано, Саня. Це не я. Ти худенький для мене.
Ну і парочка суддів, які сьогодні на розслабоні. Неймовірний Сергій Бабкін. І не менш неймовірна Олеся Жураківська. Дорогі тренери, по ходу нашої гри у вас ще буде час, буде можливість висловитися. А поки слава Україні! Героям слава! Ваші опуски командам, давайте поаплодуємо. Отже, рівно через три конкурси ми дізнаємося результат сьогоднішньої гри. Але перед цим у нас для вас сюрприз. У нашій науковій лабораторії вчені спеціально для восьмого сезону розробили нову систему оцінювань. Тепер у кожного з тренерів є планшет, на екрані якого всього одна кнопка. Кожен раз, коли команда зробить тренеру смішно, він повинен натиснути на цю кнопку. Одне натискання – один бал. Якщо дуже смішно, можна натиснути два рази. Якщо просто розрив – три. Це все. Бали підсумовуються, завдання набрати їх якомога більше. Льош, тобі зрозуміло? Ну, не зовсім. Ну, якщо тренер не супер смішно, а просто подобається, що відбувається на сцені. А тренер можна жати, а вже ж, звісно. Все, зрозуміло тобі? Так, зрозуміло. Ну, якщо Льоші зрозуміло, тоді і ми з вами розберемося. Тренер, як і раніше, не може оцінювати свою команду. Ну що, почнемо? Із задоволення! Оплески! Як завжди, ми починаємо з конкурсу «Полотно». Тема – знаки зодіаку. У кожної команди свій знак. Першими на цій сцені з'являться хлопці, які на фестивалі підкорили серце Стаса Боклана. Зустрічайте, не команда, а пісня. Владимирський Централ, город Северний. І Стас Боклан. Увага на екран. Вибрав нас Боклан, підходить на... Сцена говорит так, я человечек занятой, мне сценарий на почту. Мне прислали сценарий, я почитал его, у меня возникли определенные вопросы, но они тут же ушли. Проблем с тренером вообще нету. Я ответил честно, вы писали, вам за это и отвечать. Коннект произошел моментально. Мне в этой жизни надо только пенсия хорошая, а славы какой-то лигосмешной мне уже хватает. Мы ж вот так, оп, встретились, и як две половинки авокадо. А в середине вот эта косточка – это наше выступление. Мне кажется, что они свежи, нагловаты и неуемны. Родненькі. На сцені Владимирский Централ, город Северный. Сразу предупреждаю, юмор нашей команды, он как сладкая мивина. Ну, очень специфичный. Да-да, вам не послышалось, я сказал юмор. Северный город. Тема полотна – стрелец. Итак, сошлись звезды, что у нас в команде все стрельцы. Кто-то по маме. Кто-то по бабушке, кто-то вообще со стороны жениха. Сейчас я вам представлю эту командочку. Смотрите, это Джексон. Входит в топ 7,9 миллиардов самых сексуальных людей планеты. Заза, начинающая милфа. Между прочим, единственная женщина в Северном, которая при помощи силы мысли может думать. Сантьяго. Сантьяго, тяжеловес. В своем весе. Да-да-да-да-да-да, Шарик. Запомни эту мысль, потом мне скажешь.
Не человек, а северное сияние. Мэр нашего города Себастьян Аресович. Холла, сеньора Бегуста. До сомбреро де ла барка. Героям де ла барка. Я к вам по срочному делу. Ну так сходи. А не об этом. Сфотографируй меня. Не проблема. А тебе зачем? В Тиндере хочу этих клофелинщиц на живца ловить. И как успехи? О, пока никак. Я все время засыпаю на самом интересном месте. А че ты нам постоянно мешаешь? У нас тут лига смеха. Тренер, между прочим, Баклан. Баклан. Так я его могу заменить? Кто? Ты? Ну? Выскочка. Да Баклан, ну это же актерская игра, мимика, харизма. Да ты знаешь, как Баклан умеет держать паузы? Да, знаю. А вот это вот. У него есть? А что это? Это кочевый танец! Ну, наконец-то буржуазия что-то хорошенькое поднесла. На выходе стоит наш человечек и раздает всем крем для рук. Так что хлопайте, аплодируйте, не стесняйтесь. По желанию борца мы расскажем про стрельца. Он стреляет точно в цель, так что прятайте сердца. И когда зло полетит, стрел огромный шквал, то запомните, друзья, тут Владимирский Централ. Эй, шикири-гидай, шикири-гидай-та! Эй, шикири-гидай, шикири-гидай-та! Кто-то сказал мне, что фольговый парень похож на девчонку, зачем я поверил? Зачем ты повелся? Цикаво, це цикаво. Тихо, тихо, кормилица. Успокойся. Не нарушай этот забедренный устав. Все вы смотрели сериалы про добрых и злых полицейских. Итак, в северном отделении полиции. Бьёшь, как баба! К тебе претензий нет. Я не понимаю, что ты с ним сюсюкаешься? Ну, приведи его в чувство как-то. Ты шо, придурок, всю воду выпил? Кто-то сказал мне, что твой новый парень похож на девчонку, зачем я поверил? Зачем ты повёлся, что мой новый парень похож на девчонку? Вот вы говорите «отдых». Да у нас, в Северном, этого отдыха хоть на хлеб намазывай. Тут тебе и детский лагерь. Королевская ночь в детском лагере «Юный стрелец». Так, спать ты! Жениться и на мне собрался. А? Женилка еще не выросла. Мочу. Поедять. Надежда Андреевна. Созвездие Стрельца уже в Деве. Как бы у них все получилось. На улице Королевская ночь. А не выпить ли нам
королевской водочки? А? Давайте. Мохито? Можно. Вискарика? Ладно. Чайку? Да давайте уже хоть что-то. А я как знал, я все намешал. Так. На брудершафт? Позволя. Станислав Владимирович! Надежда Жандарина, я прошу прощения. Прошу прощения. Прошу прощения. Прошу прощения. Станислав Владимирович. Да, Дима. А у меня зубная паста закончилась. Дима, ну надо быть взрослее. Ну иди чисти зубки. Долго-долго. До утра. До утра. Ура! Надежда Андреевна. Ну что, сразу ближе к делу? А вы мне с самого первого дня заезда глянулись. Станислав Владимирович, я же видела, что вы девочек со старших отрядов в море подсаживали. А если я скажу, что под одеждой я голенький? Ну что же вы такое говорите? Я под одеждой голенький! Станислав Владимирович! Да, Дима. Станислав Владимирович, а можно я завтра в море два раза зайду? Если ты сюда еще раз зайдешь, ты у меня завтра с моря не выйдешь. Ура! Надежда на секс, Андреевна. Ну что вы так пригорюнились? Что ж так пригорюнились-то? Представляете? Утром кто-то 4 ящика персиков украл. Батюшки. Да не, они не могли. Они честные люди. Да? Так я знаю, чем вас развлечь. Минуточку. Станислав Владимирович! Да, Дима, да! Да, Дима, да! Мне там скучно. Станислав Владимирович, сначала с детьми разберитесь, а потом уже ко мне приходите. Станислав Владимирович, а вы не знаете, чем мене мои батьки не забирают? Я, Димочка, начинаю догадываться. О! Дорогие друзья, и закончить хотелось бы, конечно, северной мудростью. Братва! Не стріляйте друг друга, бо щастя любить тишину. Где-то так.
Для вас выступали Владимирский Централ, город Северный, и Себастьян Аресович Баклан. Владимирский Централ, город Северный. И группа «Петримки», конечно, да. Группа «Петримка», Владимирский Централ, молодец. Станислав Владимирович. Да. Ми вітаємо вас знову на сцені «Ліги сміху». Нарешті повернувся. Як вам феєричне повернення, Станіслав Володимирович? Шановні судді. Я думав, у них лица будуть добрі. Я имею в виду вот эту компанию. А ви своє бачили, коли ми виступаємо? Я же думав, що буде добрі, ніж моє. Я напряглась. Так. Потому что мне кажется, что Баклан – это… Прям стоит сжать одно место и не разжимать, потому что это круто, Станислав Владимирович. Даже жалко, что вы вернулись, если честно, немножко. Ну, теперь настав час протестувати нашу нову систему оцінок. Давайте подивимося, скільки разів команда «Владимирський Централ» розсмішила наших суддів. Так, загальна сума балів від наших суддів. 101 бал і автоматично «Владимирський Централ» виходить на першу лінію. На першу сходинку, так. Сань, да. Чому всього-навсього менше за всіх 14 разів? Я чесний чоловік, я голосував, як чувствовал. А можна не сильно громко говорити, що у мене 14, щоб Баклан не слышав? Олександр, скажіть, будь ласка, чому найменший бал саме від вас? Я думаю, у мене просто не все сработало, я жал постоянно. Там куди не нажимай, там все работает. А я ж сидів, не глядя просто. Ну, человек современный, это ты на мотоцикле. Он так... Смотрите, ребята, я рассказываю, как все было. Нас собрали здесь, перед игрой, и сказали, если есть позитивные вообще мысли, вот, например, вот так вот вот позитивно, нажми лайк, не жлобись. А, то есть ты обозвал Пикалова жлобовщик, да? Негативным. Не, я просто рассказываю, как нам доносили редакторская группа информацию. Ну, опоздал я на этот сбор. Я сижу, улыбаюсь, нажимаю, в какой-то момент поворачиваю лицо, думаю, а что, я один, что ли, здесь? Все ушли куда-то? А знаешь, Стас, а знаешь, кто меньше всех? Он... 14! Он Стас, меньше за, всех за нажал. Баклана, народного артиста. Як ты посмеешь, ты! А я больше всех раз, а он меньше. Не, ну, Володя, не подлизывайся совсем. Олександр, чому? Подождите, вже убрали? Ні, вже не можна. Вже убрали. Вже не можна. 101 загальний бал команди «Володимирський Централ» за полотно. Проводжаємо облесками. Дякуємо. Получили класну емоцію. Надо йти готуватися к следующему конкурсу. Спасибо. Як вам наша нова система оцінок? Стас, да. Дело в том, что я пойму систему голосования, вы увидите, когда будет выступать команда Пикалова. Да. До речи, вендетту никто не отменял. Сережа, тебе Станислав сподобал? Владимирович, мы 10-го. Что-что? Переносимся на 10-е. Переносимся на 10-е. Я тебе и 10-го найду. Ваши квартальские штучки, чтобы вы нас путывали в этом. Что ты хотел? Я хотел запитати у Сергея. Сергей, добрый вечер, Сергей Бабкин. Добрый вечер. Как вам вся нова штучка с судівством? Прекрасно. Прекрасно? Сподобалось это сказано? Ну, до цього була просто аркуш и олівець. Я так ставив там крестик. Малобюджетна була програма. Ну так, малобюджетна, так. А це спростили. А зараз просто, ну. Зараз просто, знаєте, що президент літав з офіційним візитом до Америки і був в центральній офісі компанії Apple. От ти прогибаєшся. Мой друг. Да. Мой друг. Олеся, як тобі система? Ти нащолкала скільки? 18. Непогано. Непогано. Як Пікало. Ні, трошки більше. Трохи більше, так? Трошки, так. Так, сподобалось? Ну, легко від голови. Я тільки переживала, що я промажу. Ну, боялася відвернутися, знаєш, гарно так працювали люди на сцені. Я переживала, що промажу, це єдине. Але тому, думаю, що звикну. Тому ми зробили одну велику кнопку. Так. Володя сидів просто пим-па-пим-па-пим. Просто молодежно і сексуально. Поїхали далі, це «Ліга сміху» і нові правила. Продовжуємо. На сцені наступна команда. Знаєте, як то кажуть, «Ліга сміху» може витягти людину з провінції. А ось вытянуты провинцию и... Что ж такое? Наступна команда на сцене. Знаете, как то говорят, «Лига смеху» может вытягнуть людину с провинции, а ось вытягнуть...
Женька, ты мало, ты самый кращий, ты найкращий. Дякую, ты кращий, Лёх. Зовут, ты кращий. Дивлюся, как в зеркало. Та голова, та лиса. Оплески! Продовжуємо. Наступна команда на сцені. Як то кажуть, Ліга сміху може витягти людину з провінції, а ось витягнути провінцію з Ліги сміху набагато складніше. Зустрічайте, моя провінція, Вінницька область та Маша Єфросиніна. Тема «Овен». Увага на екран. В этом сезоне я решила совсем по-другому подойти к отношениям, потому что я очень тяжело пережила быстрые вылеты с двумя командами в битве титанов. Маша дуже приятна, дуже интеллигентна. Очень дикция хорошая, каждая буковка проговаривается отлично. В отличие от моих сокомандников, она хорошо пахнет. Вот. Ты что скажешь? Я решила, что, может быть, надо все-таки начать с дисциплины. Маша дуже ответственна, всегда вовремя приезжает на репетиции. Ну, она запізнилась на репетицию на 1:20, на першу. Я не знаю, могу ли я больше подробностей разглашать, но поверьте мне, они семья. Я общалась с Машей, потому что пацаны боятся. Вони зі мною начали говорити тільки спустя 2 тижні, як я з ними ходила, а з Машою тим более. Що? Очень круто, что у них главная женщина. Не круто, что это не я. Давайте поаплодуем команде! Привет! Пацаны, вы знаете, сколько было спартанцев? 300. Ну, а ви знаєте, скільки меблярів на сервісі VR-базар? Та я знаю. Меблярів чи меблярів? Меблярів. А я навіть не уявляю. А я вам скажу, там цілих 4 спартанських армії. До речі, з оригінальними відгуками і фотографіями готових замовлень. І, кстати, до кожного замовлення на VR-базар вам техніка Bosch іде у подарунок гарантовано. Овени, люди, які народились в березні, в квітені, а в маю вже тільці. Ну а ми, овени, несіть барана! Так, зараз маленький відступ. Якщо вдруг ви клацали канал і попали на оцей момент, не переживайте, це не СТБ, все нормально. Що, здрасте, не СТБ, якось не приємно, поклопайте трохи, що? Так, значить, дивіться, хто-хто, а от наша Настя до теми Овен підходить ідеально. Дивіться. Алло, пацани! Моє тіло не об'єкт для шуток. Я проти лукізму і сексуальної Як там правильно? Об'єктивації. Коротше, Маш, іди сама їм розказуй, як правильно. Так от де собака спіткнулась. Просто останній раз я від Насті такі заумні слова чув. А ні, оце перший раз. Небольша ремарка, друзья. Я вибрала эту команду реально, чтобы поменять их мышление. Вот хочу, чтобы эта молодежь стала прогрессивной. О, вижу на ваших глазах одобрение, а на ваших недоумение. Объясню понятным языком. Слушай сюда, козлопасы. Про женщин мы здесь не говорим грубо. Если поняли, кивнули шухлядами. Настенька, ну а ты не должна давать мужчинам повод воспринимать тебя как объект сексуальной фантазии. Ну, а кому ж тоді давать? Ну, я в смысле повод. А, я поняла. Наше сонечко боится, что его затмили. Да я просто хочу, чтобы тебя воспринимали как личность. Слышишь ты, как личность? А це, случайно, не твоя личність в Інстаграмі в труселях розтікає? Ну так, лучше в Інстаграмі, чем как некоторые в огороде.
і в полі, і в лісу. Так, все, хватить. Дорогі пані, пропоную починати. Так нормально, Маш? Так хорошо? Все, давай. І так представте, перша шлюбна ніч пари після одруження. Тан-тарадам, тан-тарадам-тарадам-тарадам-та, та-та-та-та-та-та-та. Все, став. Скажеш батьку, що на руках доніс, добре? Да. Ну що, ти мені 2 роки казала до свадьби ні-ні. Сьогодні в нас що? Субота. Ні-ні. Сьогодні в нас перша шлюбна ніч, так що? Владик, тут таке діло. Надо ще місяць подождати. Бо якщо це зробимо зараз, то дитина овном родиться. Настя, ти хочеш, щоб нас смерть прямо зараз розлучила, чи як? Кажу, 2 роки чекав! Тим більше це часу багато не займе. Ну нічого, ще місяць почекаєш. Владик, Гітлер був овном. Настя, по сравнению з тобою Гітлер – це просто заігравшийся художник. Ти більше в нього теж були нормальні качества. Лідерські. Так, а я зараз все правильно розумію. Ти ради секса зі мною готова оправдати Гітлера? Ти вже достала мене, Настя. То в тебе голова болить, то подожди, фільм цікавий. То фільм не цікавий, то не лізь не в кінотеатрі. То тобі холодно, то тобі жарко, то якраз нормально, давай не будемо портити. То не лізь, кішка дивиться, то не лізь, кіт дивиться. То вже кіт з кішкою, і ми з тобою дивимося. Настя. Скажи мені, що ти така вперта? Та тому, що я по гороскопу овен. Спокійної ночі. Спокійно. Угу. Слухайте, коли батько каже фразу «Стій, синок, присядь», нічого хорошого це не предвіщає. Оце я розумію, святковий стіл. Синок, дивись, тобі і биточки, і піджарочка, диви, і шашличок. Пап, я не голодний, я лучше піду з баранчиком любимим поіграюсь. Стій, синок, присядь. Помниш, в тебе був хомячок? А чого був? Ми ж з ним у схованки граємо. Ну так, да, вже 6 років. В общем, баранчик захотів з вами пограти. А, то тепер баранчик жмурить? Можна і так сказати, так. Да. Жмурить, так. Да. Ну ладно, тоді піду з курочкою пограюсь. Курячі одивні готові. Стій, синок. Присядь. Вип'ємо. Пап, мені 10. Та що там 10? Давай по 50 вип'ємо. Та чекай! Не хочу я пити. Лучше піду вже з дідом пограюсь. Стій, синок. Присядь. Папа! Та успокойся ти на рибалці, дід! І ти не переживай, хватить тобі з худобою гратись. Я тобі PlayStation куплю, папа зарплату получив. Маш, а де мій кошелек, чуєш? Стій, Владик, присядь. Я тебе присяду. Ти прикалуєшся, Маш, ну що таке? Ну як так можна? Ну... О! Рожик, що ти? Протрезвів, скотина, да? Слушай, слушай, Влад, а хто это? Не знаєш ти що? Це ж Рожик, алло? Це такий конь, я тобі говорю, він таке відмач... А, цей, конь, кажу, такий баран, він таке відмач... А, баранка, такий овен, він таке відмачує, ти що? Кстаті, Рожик недавно почав розводити курей. Знаєш як? Каже їм, що вони гуси. Що, ведуться? Слушай, скажи мені, будь ласка, а у нього є хто-нибудь? Ну да, кури. Що, мене слухали, чи що? Я не об этом. А, ти ж, ти просиш? Так зачем я тобі здався? Подиви на нього. Ну, это знаешь, это когда сидишь в шикарном ресторане. Не, не знаю. Так, слушай, рассказывай. А, понял. Листаешь меню, а там трюфели, омары, креветки. А тебе тупо хочется беляша вокзального. Рожик, ты такой, никакой.
ты такой обычный. Я смотрю на тебя и сразу вспоминаю все забытые слова пешком. Поштучно. О! Кипятильник. О! Что такое? Ты чего? Что это? Да что ж такое-то, господи? Так что это было? Цепочка на месте? Да. Значит, ему понравилось. Все хорошо, Маш, все хорошо. Иди, иди. Повернемось до теми овнів. Перше клонування відбулось з овечкою Доллі. Так, давайте уявимо, в майбутньому людство навчилось клонувати зірок. Добрий день. Доброго дня. У вас зірок клонують? Так, у нас. Да, мені Саня Пікалов про вас розказував. А який саме? Ну, а що, їх кілька, що ли? Ну, звичайно. Є Пікалов актор, Пікалов байкер, Пікалов, який зараз в Ростові ховається. Який саме? Ні, це не важливо, не важливо. Мене треба клонувати срочно. А вам на що? Ну, дело в том, что у меня для интервью интересные гости закончились. Mm-hmm. Решила вот клонировать себя. Ну, хорошо, окей. Вот, собственно. Собственно, вы. Черт, не надо было бухать перед сдачей анализов. Ну, знакомьтесь. Ага. Ну так хорошо, ладно, если вот так сильно здесь прибавилось, может быть, где-то убавилось, может быть, попа? Попа. Понятно, где убавилось. Все, это брак, не подходит, она на меня не похожа. Ну как это не похожа, если похожа? Ребята, выступление класс. Это было шедеврально, оригинально, совершенно не банально. Ребята, это похвально. Да уже хватит, господи, ты говоришь нахально, а морально совершенно тривиально. Попа. Господи, это что, я такая балаболка? Это я вот такое вот трепло, это у меня так вот рот не закрывается. Не нужен мне такой клон, уйди отсюда, ты доктор Кленов, уйди отсюда. Я вообще хочу, наконец-то, в этой жизни остаться одна и тупо посидеть и помолчать. Потому что молчание — это очень важно. Понимаешь, когда ты молчишь, у тебя расширяется сознание, а когда расширяется сознание, у тебя все мысли приходят и упорядочиваются, а ты просто молчишь, просто молчишь, сохраняешь паузы и так далее. Уйди! И ты молчание. Ладно, Ружик, Ружик, иди сюда. Садись, посиди со мной. Ну скажи мне, нафига мне эта Лига Смеха? Зачем она мне нужна? Я посол ООН. Я школу закончила с золотой медалью. Я, в конце концов, дипломированный переводчик с испанского языка. Hablas español? Porque nuevo hablas español, los meses del año son mi llamo Masha. ¿De qué hablas andando, idiota? Hice un montón de palabras en español. Uruguay. Soy un hombre, me caballo, a veces era mi amor. Y Nintendo, mi caballo, mi Nintendo de amor. Ay, 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 ay. Ay, mi amor, ay, mi morena de mi corazón. Беляш! Вокзальный! Я не понял, Рубик, ты что, испанскую говоришь? Ты ж тільки що говорив с Машою. Белые розы, это жаркий розовый вечер. Раздевай ее, раздевай, седаю ночь. Да, когда я выбирала эту команду, не думала, что у нас настолько разные взгляды на жизнь. Але дякуючи нашому тренеру, ми стали більш інтелігентними, прогресивними. Слушай, я тут в зубі застряла, у мене м'яса не видно у мене, а? І культурними. Маша Єфросініна! І моя провінція! Дякую! Дякую!
Ваши обласки, моя провинция, Маша Ефросинина. Ну, класс. Яка нещодавно рекламувала якийсь йогурт для схуднення, а сьогодні біляш, браво! Мера Вільйоса, як кажуть на іспанському. Ну давайте, кажіть, як вам, що там? Я просто очень хочу сказать, я только что повернулся к Стасу и сказал, что есть команды, которые прям мы их еще ни разу не видели, а моя провинция, я не видел, по-моему, за всю историю Лиги Смеха такого роста. Я вам честно скажу, реально... Одна Маша чего добавила? Да? Во-первых, Маша идеальна, во-вторых, у вас растут образы. То есть, если мы возьмем просто игры моей провинции в самом начале, и как сценарно, я как будто сейчас какой-то сериал посмотрел, в котором в новом сезоне добавились деньги. И прямо вы так круто играть стали. Я начинаю влюбляться в эти персонажи. Спасибо вам большое за это. Стас Баклан, как вам? Я хочу сказать, что когда вот мы вставали в конце, вот, то я успевал сообразить. Ну, вот. Сейчас надо быстрее. Мне это больше нравится, оно бодрит. Вот. Так что... Но это про голосование. А самое главное, я хочу сказать, ребята, это было здорово. Это было настолько здорово. Я сейчас не о Маше говорю. Спасибо, но... я вас тоже люблю. Потому что Маша, это было великолепно. На тебе. У меня до сих пор беляш в горле. Боже мой, вы так сказали, Станислав Владимирович, аж беляш в горле. Саша. Скажите, Маша, сколько я наклацал? Я пошел готовиться. Так, Саша, сколько ты наклацал? Я наклацал, Маша. 34. Ну, давай подивимося загальний результат. Давайте загальний результат. Ану. Круті. І дуже непоганий результат. Спасибо. Моя провінція на першому місці. Браво! Это было круто, офигенно, обалденно. Шедеврально, совсем не банально, концептуально. Дякуем. Мы повернулись, мы счастливы. Дякуем. И потом мы... Машу, поговорим о том, какие вы красивые. Давайте. Спасибо. А кто вам больше нравится, Стас? Я? Мне Дантес. Давай так. Такой романтический ужин ты накрыл. Да, мы уже, да, у нас, а Стас, говорят, с возрастом так нормально. Мы тут с планшетами. Кстати, я вам хочу сказать, так. Очень не зря в планшетах подключили Wi-Fi. Мы уже со Стасом такие видосы показывал. А если подключат еще раздачу, чтобы зрители вам написали свои комментарии, вы не, будете вот удивлены. Этого не надо, вот это. Слушайте, а как вам, кстати, вам нравится вообще все, зал, но... Я хочу сказать, что я помню то страшное время... зрителя с одинаковыми лицами. А, с масками. С улыбками. Это были страшные улыбки. Станислав Владимирович каже про картонного. Я думал, что про гастроли в Беларуси. Нет, а сейчас живые, разные, красивые, молодые, старые. И самое главное, вот, судя по всему залу, любящие эту программу. А и самое важное хочу сказать тем, кто стоят в ожидании. Старый маразматик из лиги не уйдет. Но Галика же нет. Ожидаем дальше. Устаканился Станислав Владимирович. Короче, я сумую за Гариком Карагоцким. Сейчас про маразматика, я сразу вспомнил, что это Гарика. Гарика не хватает. Такие вот колоритные персонажи. А вы знаете, вы же, ну, вы хотели сказать... Гарик ушел, и у нас появились планшеты. Я хотел сказать, рыбак рыбака видит издалека, но потом вспомнил, что это можно и к миллионерам приписать. У кого-то появились виниры, у кого-то планшеты. Гарику спасибо огромное. Карагоцкий был интересный персонаж. Давайте его проводим аплодисментами. Куда ты, что, кого ты провожаешь, Леша? Идемо далее. Наступний тандем для мене найдивовижніший в цьому сезоні, тому що його очолює Олександр Пікалов. Я, ви знаєте, багато разів бачив, як Саня вибирає пиво, вибирає рибу до того пива, як вибирає кров'янку. Але щоб Саня вибрав молодих, інтелігентних хлопців з Києва, я не бачив ніколи. Ну, що бізнес таке діло, знаєш. Зустрічайте між ділом і Олександр Пікалов! Рак! Увага на екран! Они здесь для того, чтобы вырасти, чтобы развить что-то для себя. То, что пригодится им в жизни.
Я же тоже инженер-подземщик, то есть я же институт юмора не заканчивал. Если у нас вставал какой-то вопрос по поводу любого реквизита, Саша сразу так: ребята, вы не переживайте, я беру это на себя, я все сделаю, а вы, кстати, поели? Такая мамочка, он с утра нам на репетицию привез колбасы, сыра. У них достаточно такой классический интеллектуальный юмор. Мы вроде как привыкли ходить так, ну, тихонько там что-то разговаривать себе, а тут: здорово, малой, привет! Борода! И вот это вот все всегда. Он стопает где-то нас, мы стопаем где-то его, потому что напор бешеный. Ни в коем случае не давлю. Я же говорю, я подсказываю только по мелочам. Мы, как молодое поколение, взяли крутой опыт у волка юмора, а он взял от нас чего-то молодежного. Нам досталась самая мощная тема этой игры – жестким панцирем. Она означает рвение, стремительность, мощь. И наша тема – это Мерседес. Только нет. Наша тема – это вот эта штука, чтобы голову чесать. Только твою мать, нет! Так, сейчас. Может, надо перевернуть, я под другим углом смотрю. Ну? Наша тема – стринги Карагодского. Карагодский не носит стринги. Конечно, не носит, вон же они висят. Так, понятно, друзья, наша тема рак, вглядывайтесь. Добрый вечер, Октябрьский. Друзья, наша тема рак. И сразу... Да, да, и сразу вопрос в тему игры к зрителям. Так, значит, в зале есть раки? Поднимите руку. Угу, отлично, весы в зале есть? Так, весы, давайте взвесим раков. Значит, водолеи есть? Водолеи, давайте помоем весы, а то они все в раках. Значит, девы есть у нас? Девы, идите на кухню, приготовьте раков нам. Так, ну и скорпионс для вас. Take me to the magic... Только! А, да. И самый главный вопрос. Пиво в зале есть? Нет, ну, раки без пива не пойдут. Но... Спокойно, я человечка попросил купить... Что? Мотоцикл заглуши! Я не слышу, я сейчас заглушу мотоцикл! Здоров, здоров! Да не ори, Саня! Не ори! Это у меня беруши! Ношу, когда езжу на мотоцикле, летаю самолетом. И сегодня первые две команды... Тоже в берушах смотрел. Особенно первую почему-то. Так классные же команды, да, Саня. Да, команды классные, просто рядом Маша Ефросинина сидит. Я не поняла, в чем шутка. Санек, реально не поняла. А за пивом съездил, не? В смысле за пивом? Ну, нам в тему игры пиво надо было. Я не понял, вы не пошутили? Вы реально своего тренера за пивом послали? Да вы понимаете, блин, с кем вы разговариваете, а? Вы понимаете? Да я вам что? С горы, а? Да копать! Я смотрю, у вас здесь полная жопа! Саня! Ладно, я за пивом. Вернемся к теме игры. А так как в гостях у Гордона люди уже закончились, представьте, в гостях у Гордона рак. Друзья, а у меня в гостях мой друг, которого я очень сильно люблю, особенно к пиву. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, я рак. Обама. Поделитесь, чем вы питаетесь? Ну, я ем падаль. Ну, кто?
кто не падаль, тот не вставаль. И так как вы едите всякую хрень со дна, а хотел бы вам подарить свои конфеты, Гордон в шоколаде. Думаю, вам понравится. Спасибо. А мои источники говорят, что вы постоянно пятитесь назад. На чей конкретно зад вы пятитесь? Ну, знаете, мне кажется, этот вопрос высосан из пальца. Ну, там же у вас самое вкусненькое. Дмитрий, если честно, по моему мнению, как интервьюер, дуть лучше. Ну, это ваше мнение. Мне кажется, пить лучше, чем дуть. Извините. Алло, не могу говорить, у меня рак. Что ж. Что ж, вода уже закипела, это значит, мы с вами прощаемся, а следующим ко мне придет не менее интересный гость, бутылка олейной. Обычный будний вечер, квартирка на Троещине, националисты решают, к чему бы еще докопаться. Так, открывай его Инстаграм. Ну, значит, Зеленский в магазине с пакетом. Что в пакете? Сыр. Сыр какой? Российский. Добрый вечер! Добрый вечер, блин. Что там еще? Так, ну вот я не знаю, давай вот эту фотку сейчас тут что-то найдем. Так. Может вот это? На не. А может вот это? Тоже не подойдет. А может тогда вот это? Да просто фото котиков, тут без вариантов. Ну да. Сань. Друзья. Я пиво принес. У нас номер. А у меня пиво. Берите, ребят, берите, можно. Саня, ну пиво на сцене, это сейчас съемка. Да, конечно, у нас в квартале всегда так. Берите, берите, давайте, ребят. Да не переживайте, выиграете вы со мной. Я же универсальный тренер, я все могу. Все. Так, хорошо, а что ты умеешь? Я? Загибай пальцы. Значит, я умею пародировать Януковича. Так, а еще? Я долго могу пародировать Януковича. Да, а вот кроме этого... Никита, ты просто скажи, сколько нужно пародировать Янукович? Я реально долго могу, мой рекорд 7 часов, я как-то в лифте застрял, 7 часов орал. Люди, помогите, спасите, хоть бы одна зараза, блин, а? Ладно, я за раками. К теме? К пиву, к пиву! Немного артхауса. История из двух частей. Часть первая — на мосту. Что там навигатор показывает? Да сейчас вот эту реку проезжаем, дальше прямо. А, хорошо. Мы что, остановились? На мосту нельзя... Нельзя стоять на мосту. Ты... Ты что к реке бежишь? Ты что там увидел? Алло! На следующий день. Он был хорошим человеком. Давайте вспомним, как это произошло. Ехал Грека через реку. Видит Грека в реке рак. В этом весь Грека. Сунул Грека руку в реку. Подскользнулся на дерьме выдры, упал в реку и утонул. Но давайте его детям расскажем другую историю. Парни часто дарят девушкам букеты, но никто никогда не задумывается, как в этот момент себя чувствуют цветы. Итак, представьте, цветы жалуются на жизнь. И купи вазы повыше, дура! Полноги мне отрезала. Выпьем? Выпьем.
О, Хахалия пришел. Это же тот, у которого аллергия на цветы. На, бедненький. На, тварь, на! Милый, я тебя так люблю. Валера! Валерочка, мальчик мой, что же они с тобой наделали? Ого, они Валеру по кровати разбросали. Ай! Ого, они прямо на Валере. Да хватит! Может, выпьем? А может, посмотрим? А давай посмотрим. Все, милый, пока. Вянем. Блин, интересно, любит он меня? Или не любит? Все, давай, Валере, привет. Друзья, в начале выступления поставили кипятить воду на раков, но наш тренер, он... Раки есть! Вари меня, вари! Все как в котле, Даня! На ярком огне, я умоляю, все вместе! Вари меня, вари! А! Тут что, я кипяток? Блин, вы сумкой! Что вы делаете? Друзья, за время работы с тренером мы поняли, главное уважение. Уроды, что же вы, заразы, делаете? Готовность отдать себя всецело Лиге Смеха. Провинция смешнее. Так, все, только давай его доставать. Ой, зараза, горячо, быстрее доставай. Давай. Доставай. Все. Не, ну вы видели, что я ради вас могу сделать. И вообще, за неделю наших репетиций я к вам так прикипел, что ради вас могу стать овном. Могу стать водолеем, могу стать рыбой. Ну, у нас тема рак. Я знаю. Для вас Александр Пикалов. И команда «Между делом». Киев! Ваші обласки дуже непогано між ділами Пікалов. Да. Саня, вітаємо тебе з дебютом. Знову Манді. Александр виступає з молодими, їм би шкіряні штани, як у тебе. Браво! Дай краба! Вітаю Україна тебе. Ніколи не стане на коліна, а Пікалов ніколи не стане раком. Да. Супер. Ти. Ну, так же, це потрібно було. В цьому весь Льоша. Знаєш, просто озвучує. Народним я вже не стану, мені пофіг це. Валю, заслужив. Давайте привітаємо дебют Саші, як ми вміємо, докорами, критикою і саркастичними коментарями. Ні, на самом деле, хочу сказати, що дуже інтелектуальний юмор. Спасибо вам за это. И интеллигентный, и умный. Спасибо вам большое. Сереж, передай слово. Сереженька, алло, алло, Сереж. Да, Володя, Володя. Да. Можно да, говорить. Машинка подъехала. Спасибо, ребят, спасибо. Спасибо, ребят. Спасибо, ребята, спасибо вам большое, да. Спасибо, ребяточки. Это было очень сильно. И, конечно, скажу честно, меня разорвало в клочья интервью Гордона с раком. Ну, это просто, ну, это высота. Правда. И финал. Саня вот в этом костюме. Видишь, и там костюм, и здесь костюм. Не знаю, может быть, это мое. Я тоже много работал в костюмах. А я просто захватил театральная раком. Штука. Ну и на мотике, конечно, на сцену, мне кажется, такого никогда не было. Ну, вот. А помнили, что Сергей Бабкин наклацал 31 раз, наибольший из всех. Молодец, Сережа, красавчик. Молодечек. Не повидаешь за свои слова. Ну что, подивимось загальный бал, да? Так. Увага на экран. Загальный бал. Команды «Между делом». На другу сходинку виходить команда «Між ділами» Олександр Пікалов. Дякуємо вам, молодці. Молодці тут приберуть. Ну що, там вроде щось нахвастали. Нормально. Нас назвали інтелігентними. Прикольно. Ми інтелігентні, виходить. Станіслав. Володимир, да, 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 ну що да. Вам не сподобалось? Поки хлопці пішли. Чому мені понравилось? Ну що у вас там 13? Мені все сподобалось, Олексій Жикович, ти не правий. Чи послух, ви такий будете скупий? Так, просто сама картинка смішна. Он кричит, Баклан лучший! Сейчас бы, если бы он за пивом съездил, да? Ну, небагато ви накласили сьогодні балів. Ні, я чесно скажу, чому? Я... Мне очень понравилось. Я, может быть,
ну, как бы не привык, что в это время надо что-то нажимать. Но на самом деле я потрясающее выступление, я получил колоссальное удовольствие. Это не хоп-хоп тру-ля-ля. Это не хип-хоп тру-ля-ля. Все мое творчество перечеркнул одним махом. Закрываємо конкурс полотно виступом четвертої команди. У цьому сезоні хлопці вирішили підсилитися по реквізиту і взяли собі тренером Володимира Дантеса. Зустрічайте команда ОГО, місто гріхів, і Володимир Дантес. Знак задяку Терези. Увага на екран. Юмор не нравиться. Но я вообще не понимаю, как в нем работать внутри. Все, что бы мы ни говорили, он говорит, да, окей, и очень спокойно реагирует. У них есть хаб свой, где они могут репетировать, куда можно приходить. У них... Нельзя так говорить? Он сам за себя оплатит в кафе. 100 гривен, наверное, я заплатил это с чаем за тарелку вот такую. Что я ел, борщ или, я не помню, или окрошку? Он очень занятой человек, очень. Они меня, кстати, вообще не парят репетициями. Говорят, все будет нормально. Ну, другой бы человек на его месте как минимум бы спросил, выживу ли я. Все взрослые люди, никто никого не трогает. Ты сам понимаешь в голове, что тебе на сцену выходить, если ты как-то не так себя покажешь, ну, это твоя проблема. И команда точно так же понимает. Ну, мы все выходим, чтобы быть крутыми. Представьте случай в самолете Бройлер 747. Дринкинс, what you will do when we're done? Дринкинс, что ты будешь делать, когда мы приземлимся? I'll go to the rest, командор. Командор, я давно хотел отдохнуть. Fly with family. Дринкинс, летай куда-нибудь с семьей. Командор, I don't have a family and tickets. Командор, я не знаю, где взять авиабилеты, и у меня нет семьи. Aviasales best, and take this woman. Дринкин, за авиабилетами обращайся в Aviasales, поиск дешевых авиабилетов. А в жены можешь взять несравненную мисс Мурпл в роли мисс Бурпл. Aviasales, поиск дешевых авиабилетов. Все. Да. Класно вони по реквізиту, звісно, підсилились. Диви, як то дерево на Дантеса схоже. Так це ж Дантес. Ого, точно. У зрителя ліги смішной вопрос возник. Зачем собрали в чашу весов наш реквизит? Что же происходит сейчас с нашим тренером? На все вопросы знает ответ лишь перо. Я не могу здесь больше ждать. Хочу новым светом засиять. Свет за надеждой, за женой. Трепещите, иудеи! У звезды Давида появился достойный конкурент! Всем шалом! На сцене юмористический андеграунд! Сегодня автор и реквизитор будет выступать под звездой Дебаран. Вов, мы не будем так шутить. Да. Вов, лучше слазь, поможешь нам выступать. Да, ребят, ты что не заметили? Я выше этого. О, Господи. Пацаны, реально по делу. Волхвы родненькие, дорогу вам показать нужно. Значит, смотрите, идете налево, 5 километров на юго-восток, там заходите в хлев к плотнику. Просто с дарами, там все поймете. Спасибо тебе, путеводная звезда. Бог в помощь.
О, все, теперь слезешь? Да что ты ко мне пристал? Мне все отлично, я на взлете, смотри. Я 2 раза выиграл Лигу смеха, выпустил потрясающий альбом. Сегодня решил, что я в 6 раз красивее своей жены. У меня все потрясающе, мое место здесь. Я буду сиять. О, Дантес зазвездился. Слави моего. Пацаны, не подыгрывайте ему. Хорошо, Вов, хочешь висеть там, мы тебя будем использовать как реквизит. Сань, подготовь первый случай. Готово. Представьте случай в юрском периоде. На Землю падает последний метеорит. Смотрим. Подождите, пацаны, это что, я, получается, метеорит? Прикольно. Звезда упала. Успел загадать желание? Да, я загадал больше никогда не видеть танец Максима. Блин, вслух сказал, теперь не сбудется. Максим Сергеевич Иваницкий по знаку зодиака все. Меня просто год рожали. И? И оно того стоило! Максим Сергеевич, давно с тобой вместе играем, я к тебе на вы. Можно на ты? Можно на пес. Слушай, пес. О! Сыграем в нашем втором случае. Сань, прости, забыл тебя о нем предупредить. Ну вы начинайте, а я в нужный момент что-нибудь вынесу. Весы — это знак баланса, поэтому случай в семье. Смотрим. Так, сын, иди сюда, пожалуйста. Плохая новость. Мы, короче, с мамой твоей разводимся. Не сошлись по гороскопу. Оказывается, львам нельзя спать с сестрами водолеев. И ну откуда я мог знать? Я на заводе работаю, ну. А поскольку ты родился под созвездием пса, мы сейчас разойдемся в разные стороны и будем тебя звать. Кому пойдешь, с тем и будешь жить. Только скажи, что это случай в семье производителей надувных кукол. Пусть будет так. Зазывайте! Сына! Сыночек! Иди, денег бане! Сыночка! Сына! Сын! Сына! Сынуля! Сына сюда! Сын! Сын! Я не могу определиться! Вы такую реакцию ожидали? Ха, на меня это не действует. На меня что-то действует. Я тоже не могу сопротивляться. Конец миниатюры, конец! Hey! Так, приставы, значит, убрать весь реквизит, забираем. Вов, дай угадаю, ты женщина в странном костюме с весами. Ты Лолита. Я Фемида, богиня правосудия. Это, кстати, вот вам, возьмите. Чё это? Судебный запрет на использование реквизита, так как мы подвергли опасности жизнь Владимира Дантеса. Доигрались! Будете выступать без реквизита, как все остальные команды. Я в этом участие принимать не собираюсь. Встал. Так, я понял. Потяните как-то время, я сейчас пойду перевешу чашу весов в сторону юмора. Без реквизита у нас остались только шутки и Максим. Шутки и Максим — любимые вещи Аллы Пугачевой! Максим, давай лучше пошути про политику хорошенько. Хорошенько! Хорошенько! Хей! Ё-мэ! Успел. Так, держи. Это что? Это бумажка с миниатюрами. Давай. Миниатюра первая. Ниндзя-идиот.
Ой, это ж паспорт. Миниатюра вторая. Королева Великобритании увидела в толпе азербайджанца. Hello. 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 House. Hello. Hello. Нормально. Ну, что у вас тут без реквизитора? Как оно? Ну, нормально. Как нормально? Ну, я тогда домой. Давай, спасибо за все. Давай. Я. Открылась? Открылась. Открылась? Открылась. Открылась? Открылась! Заходи. Все, что было, Саша. А чё он петь-то начал? Я понятия не имею. Слезы превратятся в прах. Походу, впервые его песня так четко в контекст легла. Да. Больше не вернется Саша. Ну да, Вов, Саша больше не вернется. Отныне мы показываем теперь только твои миниатюры. Подожди, подожди, в смысле бы только мои миниатюры? Ну, ниндзя, королева. Не-не-не-не-не, это был прикол, давай отменять, давай эту бумажку, это ж ты... Я тебя прошу, это что? Это же пепел, а не закон какой-то. Все. Саня, ты возвращаешься, пацаны, делайте со мной, что хотите, на. И ты, как минимум, получишь палец у коровьим именем. Спасибо скажет Надя, что помыли мы голову твою красивую, чистую, нежную, милую. Ну все, Володь, вот мы и обмыли нового тренера. Спасибо. Хоть голову помыл. Теперь, наконец-то, мы можем переходить к нормальным, настоящим, опасным реквизитным штукам. А то есть вот до этого было, что оно не опасно, да? Мы тебе руку отрежем. Что? Команда «Ого! Город грехов» и Владимир Дантес. Левую! Это шутка, да? Спасибо! Они шутят. Вы шутите, да? Вы шутите, это прикол, да? Ваші облишки, огода, Володимир, мокрий Дантес. Ну, це, конечно. Жека, а можна просьба к реквизиторщику? А ви можете то же самое на Русановке сделать, щоб вода була чёткой? Такую же точно систему? Хоча б в мою квартиру. Ми дивилися на оцінки і згадували моє перше питання. Якщо тобі подобається, що? Коїться на сцені, ти повинен натискати. І судді натискали. Ну, так. Як вам? Вибачте, є один вопросик. Я дуже рад. Да, може, чуть-чуть переодягся, просто, ну, мокренько. Сходи, Вова, сходи. Дантесу облески! Браво, Вовчик, это круто, браво! Я вот считаю, что ребята тупо выехали на Дантесе. Подвесили парня, бросили парня, помыли, обмыли. Все на тренере. Нафиг вам столько реквизита. Вы все за счет Володи сегодня сделали. Я считаю, что это был абсолютно Володин номер. Все заслуживают оплески.
Олеся наказала нічого. Ну, я вражена тим, що Вова витворяє на сцені. І ще хлопці відмовились зі мною працювати, і зрозуміла чого, бо мене б ті вірьовочки не видержали. Ну, зате в ванні... Ну, була б ефектні, звісно. Звісно. Олександре? Так, Олександре, почти то же саме хотів сказати. Мої ребята прийшли, коли видумували, як я должен появиться, говорять, є ще варіант тебе підвісити. Я спросив, як на мене глянули, говорять, це невозможно. Ну що, подивимося, загальний бал, да? Подивимося. Будь ласка. Увага на екран. Ого, отримує. О, під облески. 101! Ух ти! Дві команди. Інтрига, так інтрига. Ну, крутяк. Можна було більше. Нормальний результат. Дякуємо, хлопці. До зустрічі в наступному конкурсі. Помылись, побрились, все было классно. Было отлично, супер, вообще бомба, класс. Еще впереди следующий конкурс. Два конкурса ждите. Следующие. Два ждите, конкурса. Там вообще будет бомба. Дантес мокрой маечки, супер просто. Спасибо. Да, Станислав Владимирович. Я скажи. Подумал, что со мной выступление было бы еще быстрее. Падение и все. Окей, поехали далее. Облески, будь ласка, наступный конкурс. Називається він «Пісня, історія», тему команди обирали самі. Нам залишається тільки насолоджуватися. А де це ти читаєшся? Пане, що він просто ходить, розговарює. Ні, щоб посмотреть два рази в букви, Вась. Я хоча б їх виговарю, в отличие від тебе, розумієш? А просто у вас нету таких речових оборотів, Олексій Андрій. Тикни мені, куди, де? Тикни, куди, в любое. Тикнуть тебе? Ти, от це, говори. Починає команда між ділом. Оголошує Олександр Пікало. Сашенька, вам слово. Конкурс «Пісня, історія». Но легче всего узнать что-то о человеке по поискам и вопросам в его браузере. Итак, история одной семьи, исходя из поисков в интернете. Я знаю больше, чем любой, о том, что ищет вся семья в этой поисковой строке. Я видел, что вы искали мной, от новостей в политике до красных пятен на пупке. Я долго копил и собирал на каждого из всей семьи этот бесценный компромат. Пора бы это показать. Может быть, стыдно станет вам и перестанете искать. Я как глава семьи начну. Так. Что делать с болью в голове? Сколько стоит «Шевроле»? Как приготовить вкусный самогон на сливе и айве? Как сказать моей семье, что у меня есть еще две? Как жену отправить к теще, сына к бабушке в селе? Сына, постоянно залипаешь в телефоне, собирай вещи в село. Что можно делать мне в селе? Как танцевать в клубе в селе? Как зацепить сельскую цыпу? Удобен ли секс на сене? Как кататься на коне? Что делать, если тонет конь? Правда ли, что будет круто, если пукнуть на огонь? Мать! Там бабка написала, сын коня утопил. Прикольно, да? Что делать, если муж дебил? И мой сын тоже дебил. Какая вероятность, что у сына сын будет дебил? Надоело бить обоих, уже красная ладонь. Каждый вечер муж и сын пускают газы на огонь. А теперь наш личный топ самых идиотских запросов. Гладить на себе штаны, удалить жене усы. Будет ли собака гадить, если ей надеть трусы? Скотч отклеить от кота, будет ли пингвин летать? Ра-та-ти-та-ти-та-тара, песню по словам искать. Что если родинку сорвал от ковида эликсир? По статистике у Оль лучше запах, чем у Ир. Кому молиться, чтоб худеть? Зачем Динамо вратари? Как открыть мою машину, если ключ уже внутри?
И последний совет от нас. Не оставляйте за кулисами ноутбук открытым. В первую очередь это касается кожевого. Тату волос на лысине, как не ржать в монастыре, как позвонить старому другу и напомнить о себе. Самокатом сколько ехать с теремков на оболонь. Правда ли, что будет круто, если пукнуть на огонь? Друзья! Друзья, думайте, что ищете. Для вас команда «Между делом» — спасибо. Нормуль. Браво! Браво, ты тоже классно. Як не ржать в монастыре, Жека. Звідки вони це все знають? Це ж з мого життя. Неймовірно. Машуля, що таке? Як... Я не знаю, мене це порвало. То літо, взагалі, я так люблю всі ці статті. А ти пробувала з самые... запальничкою цей трюк, ні? Мені завжди було цікаво. Ну, мало того, коли вони сказали, не треба оставляти відкритим ноутбук, я реально очканула. Я подумала, де мій? Но будет ли какать собака, если надеть на нее трусы? Отлепить от кота. Я думаю, что это с твоей историей браузера буду узнать. Это же самое смешное запросы в интернете. Это такое крутое попадание, ребята. Вот именно в современные тренды. Я тут вам наклацала, походу, очень много, но это вообще мой юмор. Спасибо. Да, это круто было, тоже смешно. Сань, что ты хотел сказать? Я Сань, интернет... сказал, что некоторые запросы мы проэкспериментировали. Я про собаку. Что-то кто-то еще хочет сказать? Кто-то хочет сказать? Я, если хотите, ну смотрите, если кто-то после этого видео номера захочет пукнуть на огонь, смотрите, есть опасность, когда начнется закрываться клапан, огонь втянется обратно. Будьте осторожны. Это как у тебя в твоем номере? Он же у тебя втянулся обратно. Вот. Да. Это было оно? Для этого существует ряд смазок. Вова, в твоем варианте на огонь. Спасибо. Давайте закинчим с этой дискуссией. Только пошло. Только огонь пошел обратно. Несите вот зажигалку потом. Ну что, дивимося на результаты. Да, загальний результат для команды «Между делом» за песню «Историю». За два конкурса же. 189 баллов. Нормуль, дякуємо. А какие дебильные запросы делал ты в своей жизни? Группа «Мозги» слушать. Поїхали далі. А тепер давайте, значить, перейдімо до наступної історії пісні, яка стукає до нас з залаштунків. Красиво. Сказав красиво. Владимирский Централ, город Северный. Стас, тобі слово. Жители Северного любят ездить на всевозможные фестивали, конкурсы и так далее. Неважно куда, неважно с кем, неважно по какому поводу. Главное, чтобы не сидеть в Северном. Песня о такой истории, как они попали на фестиваль кулинарный. По изготовлению, приготовлению огромного, ну, я думаю, вы сейчас увидите. Целенаправленно всех приветствую не абы где, а на кулинарном фестивале. И сегодня мы будем делать не абы что, а ставить рекорд Украины по приготовлению самого большого блюда. В погоне за мечтой мы бросили работу. На фестиваль готовим праздник пищеводу. Ведь каждый год в сентябрьскую субботу мы едем в Коростень презентовать народу. А что мы будем презентовать, угадайте по рецептику. Мы натерли очень-очень много картошечки, добавили туда сотни яиц, соль, перец по вкусу, муку, и получился самый лучший в мире что? Дерун, 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 мы делаем дерун. Огромный наш дерун, дерун, всем миру нам дерун. Дерун, 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 мы делаем дерун. Огромный наш дерун, дерун, всем миру нам дерун. И вот настал Деникс, дороги перекрыты. Все перекрыто нашим деруном. Вопросы сняты, кто здесь победитель? За нашим деруном не видно облака.
В наших жилах течет Дерун. Мой дед, отец и прадед были победителями фестиваля Дерунов. Я уверен, мои дети будут победителями этого фестиваля. И мы станем Деруновыми монополистами! Дерун, 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 Дерун наш чемпион. Надрал всем Деруны, Дерун прославил регион. Дерун, 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 Дерун наш чемпион. Надрал всем Деруны, Дерун прославил регион. А для победы отдали мы немало. Дерал в бюджете северного стала. Нас для победы матери рожали. А нам за это грамоту вручали! Ура! Дерун, 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 мы делаем Дерун. Огромный наш Дерун, Дерун, всем Дерунам Дерун. Ну что, друзья, когда мы стоим на вершине мира, казалось бы, достигли уже всего, можно уйти спокойно на покой. Какое уйти? А как же? 13 октября. Село Олешня, Полтавская область. Фестиваль борща. Борща? Борща, борща, борща. Наварим мы борща. Наварим мы борща. И наш борщец будет моща. А через 3 дня фестиваль гуляша в Лубнах. В Лубнах? Гуляш, гуляш, гуляш. Гастрономичный краш. Секретные приправы. Кубок будет наш. Ну, я надеюсь, вы не забыли о фестивале кулеша в Шостке. Да нам шо, разорваться? Да? Кулеш, кулеш, кулеш. Это пшеничный движ. Лучше его попробовать, чем посмотреть Париж. Родители, мы хотим кушать. Дети, мы заняты. Дерун, дерун, дерун. Мы делаем дерун. Огромный наш дерун, дерун. Всем дерунам дерун. Всем дерунов за наш счет. Жуй, кайфуй, чеснок, народ. Давай чесно, Євген, не всі наші судді розбираються у музиці. Так. Спитаємо у них. Сережа Бабкін, як тобі? Ребятки, ну що ж ви робите? Так їсть захотілося. Просто ужас какой-то. Ну просто так кушать хочеться. Видати дерунів, гуляш і борщ. Ну ви чого? А я повністю згоден з Сережею. Да. Ну що ж, подивимося загальний бал за виступ у другому конкурсі команди «Володірський Централ». Всі, увага на екран! 129! Оплески, давайте, молода команда, перспективна команда. Дякуємо вам, друзі. Всім дерун! Дякую вам. Станислав Владимирович, ви грустите? Нет? Я же не участвовал в мероприятии. Было бы интересно. Нет, в судействе понятно. Было бы интересно, если бы вы тоже стояли и... Ой, Жень, не показывай, не показывай на себе, Евгений. И делали дерун. Не показывай на себе. Как бы это странно не звучало. Да, окей, поехали далі. Ще одна пісня, і що характерно, ще одна історія. Команда «Моя провінція» Маша оголошує. Ми з вами привыкли, що сказки пишуться для дітей. Правильно, но сегодня у нас для вас сказка для взрослых. Итак, встречайте «Три поросенка в современной Украине». На днях решали дела я и мои два брата. Наф-наф взяв слово и сказал: нам срочно нужна хата. Вы решили будувати не одну, а сразу три, чтоб каждому было куда свою бабу привезти.
Нуф-Нуф позичив грошей у своєї родини. Наф-Наф розбив копілку у формі людини. А Ніф-Ніф уже думав їхати в Польщу на найми. Але зупинився на варіанті мікрозайми. А що іще робити, якщо пустує гаманець? Тут або борги, або наступить холодець. Ви бачили процентну ставку по кредиту в Україні? Мені здається, що не ми у цій країні свині. Поїхав купувати стройматеріали для дому, але грошей вистачило тільки на солому. Правда, коли йде дощ, протікає потолок. Коротше, сучасна квартира в стилі лох. Нуф-Нуф довго не думав, із чого построїти хату. Взяв білети на поїзд, топор і поїхав в Карпати ліс вирубати. А як приїхав, побачив, що лісу толком і не осталось. Спочатку пробило на сльози, потім пробило на жалость. Він взяв у руки топор, ну і ви поняли, що далі сталося. Людей, які вирубали ліс, там теж більш не осталось. Він позбирав ті гилячки і палки, і з них построїв свій дом. А в місті з домом отримав депресивно-маніакальний синдром. Я із нас всіх оказався самий прагматичний. У одних оленів віджав завод кирпічний. Кришував екоферми і з ментами був в долі. Мене називали кабан. Я був кряк в законі. Жив чесно, по поняттям, не ругався свиноматом. Так і построїв собі в Кончезаспі кирпічну хату. Ми з Нуф-Нуфом оцінили розмір браткіної хатки і перевезли до нього свої всі свинячі манатки. Так воно в житті в цілому і коїться. Всі будуть жити як в раю, якщо хоч один нормально устроїться. Живем хорошо, но в один день нам постукали в двері. Це був вовчара паршивий, ще той безпредельник. Якраз повернувся Нуф-Нуф, він рубав гілля за домом. Повернувся він з топором і своїм маніакальним синдромом. Ми ж свині, ми не боїмося якусь шапку блахасту. Ми свині, ми боїмося тільки Новий рік і Пасху. В общем, уже Сіверворк п'ятна від крові на спині топор. Треба було читати Оруела «Скотний двор». Мораль проста. Якщо захотів віджати в когось дом, будь готовий, може прилетіти в спину топором. В общем, закінчив сірий в чорному пакеті від сміття, бо це не казка, дітки. Це реальне життя. Крю. Ну що, ви поклопите трохи? Що ви стоїте? Ж весела пісня! Моя провінція Ілія Смека! Всім спасіба! Молодці, хлопці, репери, моя провінція. Ми всі вгадали оригінал цієї пісні. Бачив по очах Стаса, що він слухає її. Ну що, як вам ці репери? Є. Перестав ругатися свіноматом. Давайте подивимося загальний бал для команди «Моя провінція» за пісню «Історію». Историю для конкурса песни истории мы взяли из учебника по истории за 7 класс. Поэтому вы можете взять свои телефоны, чтобы снимать сторис, чтобы снять нашу историю. Но это уже совсем другая история. Собрал князь Владимир Великий народ свой честной возле речки и сказал, что мы больше не верим в Перунаста и Бога, дач Бога, Симарга, Симарга и всех остальных, а выберем мы нового Бога, единого Бога для счастья, добра и, конечно, поддержания политических отношений с Византийской империей. Мы принимаем христианство огнем и мечом, огнем и мечом, огнем и мечом. Христианство огнем и мечом, огнем и мечом. И мы все теперь не язычники, мы православные, мы православные, мы православные, а не язычники, мы православные, мы православные. Как же приятно нам
но непривычно, блин. Умер Владимир Великий, но остались его сыновья Святополк, Борис, Игорь, Святослав, Ярослав. Не знали ребята, кому власть достанется, ссорились, гавкались и, конечно же, заполучали по очереди поддержку соседних могущественных государств. Но самым мудрым из них Ярослав оказался Святополком, боролся, поднялся, боролся, бодался, пока все не решилось в битве на Альте, где он победил и применил лучшую из тактик своего отца. Братоубийство. Как в христианстве. Бей своего отца. Бей своего отца. Тот брата тоже убил. Как в христианстве. Мудрый Ярослав. Мудрый Ярослав. Бей на Руси тогда. Царила лишь она. Междуусобица, междуусобица. О перерывчиках на беге полосы. Междуусобица, междуусобица. Если мешает брат, пускай угробится. У Ярослава была большая семья, после смерти началась фигня. Власть Ярослав передал Изяславу, у которого братьев было тоже немало. Первым на трон сел Сеслав Чародей, самый волшебный среди князей. Но он долго там не колдовал, ведь Изяслав власть не отпускал. У Ярослава был сын Святослав, тоже кричал: «Уйди, Изяслав!» Тот ушел жить в польское царство, и это уже не по-христиански. Но Святослав долго не жил, а Всеволод трон его сторожил. Но Всеволод правил полгода не больше, ведь Изяслав вернулся из Польши. Сел на престол, но тоже долго не жил, а Всеволод трон его сторожил. Умерла вся Ярослава семья, на смену пришли их сыновья. Святополк Изяславыч престол там занял, потом шапкой Владимир Мана махал. Всеслав, Ярополк, Вячеслав, Игорь, Юрий оставили много в нашей культуре. Ярослав, Ростислав, Изяславы менялись, славики долго там не качались. Русь князей похоронила, крайним из них был Галицкий Данила. Приблизительно крайним там еще пять князей, правили Русью все тусней, тусней. Народ же кричал: вот Солота, и все говорили: Русь уже не та. Соберись, еще чуть-чуть. А если спросите, как меня зовут, то я отвечу, и откуда я все это знаю, я вам отвечу, мое имя в истории знают все от мала до велика, ведь я так задолбался всю эту инфу записывать из уст в уста и записывать на бумажке, ведь в наше время не было диктофонов. Одни только славики чего мне стоили, я чуть с ума не сошел, но вы уже догадались, как меня зовут. Это место, повесть временных лет, это временных лет, повесть временных лет, летописец, знай свое прошлое. Знай свое прошлое, и поможет тебе. Летописец, знай свое прошлое. Знай свое прошлое, кроме Всеволода. Он тупо крыса. Уважаемые организаторы, хотелось бы искренне поблагодарить вас за конкурс «Песня и история». Мы очень ждем конкурса «Песня математика», «Песня биология» и «Песня ОБЖ». Вам не трудно, а мы хоть школьную программу освежим. Спасибо. Мы православные, мы православные. Мы православные. Мы православные. Крутяк. Залишайтесь, залишайтесь. Серый, да, крутяк, скажи? Сильно. Классно. Ні, не сподобалось? Нет, наоборот. Я просто это по-актерски очень здорово. Это очень сложно. Якщо ви розрішили, щоб ми шуткували про ваш вік, то ми би сказали, що ви застали ці події. Свідок цих подій. Так. Але ж не можна шуткувати. Але не можна шуткувати, тому ти маєш в фіналі от эта криса, когда, да? Ні-ні-ні. Станіслава, ні. Я таке б ніколи про вас не сказав. То Льоша думав сказати. Олесь. Я ошалела от того, как это сложно. Я сидела и думала: господи, собьется, не собьется. Ну, как он это... Фантастика просто. Просто крутейшая круть. Очень классно. Да, еще ж не было очень классно. Но хлопцы разгадали секрет написания хита. Треба взять чужую музыку и чужой текст. И все. Молодцы.
давайте подивимося загальний бал за пісню «Історію» і за перший конкурс за полотном. І так, кого під оплески отримує? 157 балів і заходить на третю сходинку. Крутяк. Дякуємо, хлопці. Тільки що ми побачили картину повністю після двох конкурсів. Що я можу сказати? Вирішить все наступний конкурс, третій, так, який називається «Обов'язкова імпровізація». Хто знає, може лідер залишиться. Зміниться. Так. Запрошуємо всі команди на сцену. Під ваші оплески. Гей-гей-гей, Ліга сміхов. Ось і перевіримо нову систему суддівства. Панове тренери, будьте уважніше. Зараз у вас на планшетах буде не одна кнопка, а чотири. Кожна з них відповідає одній з команд. Принцип той же. Одне натискання на кнопку – один бал. Тренер, як і раніше, не може оцінювати свою команду. Для збереження інтриги ми не будемо виводити голосування в режимі онлайн. Результат ми дізнаємося наприкінці гри. Імпровізація, в яку ми зараз будемо грати, ми протестували в минулому сезоні. Вийшло на відмінно. Вона складається з двох частин. Перша називається «Незручна поза», а друга називається «Бумеранг». Значить, почнемо з першої частини. Ну, зараз, Льоша замре в якійсь цікавій позі, так? Так, позиції. Так. А команди будуть по черзі придумувати до неї якийсь смішний коментар, так? Так. Готові? Так. Олексій, так. Прошу. О, як багато шоу-бізнесу просто мечтають, Льоша, що... Ладно. Починаємо з цього краю. Между ділом. Поїхали. Подожди, подожди, не делай этого, ти ще знайдеш хороші рифми. Так, супер. Моя провінція. Льош, чого ти мене позитивно постійно обіжаєш? Не такий вже й поганий текст, ну чого ти? Так. Концерт групи «Мозги на стіні». Крутяк. Так, Владимирский Централ. Здравствуйте. Сантехника вызывали? Не, ну тут вроде ничего не течет, все нормально. Слава богу, я бы сказал. Так, ты когда что-то принимаешь, сзади не надо рукой придерживать. Все нормально будет. Так. Моя провинция. Да, Леша, тройня, а ты что хотел? Педадыщ. Крутяк. Так і Володимирський Централ, будь ласка. Потап, ти! Льоша, ми тобі дякуємо. Показував, як заслужений артист України. Так. Дякую. Так, продовжуємо далі. Друга частина імпровізації. Бумеранг. Тепер Євген на сцені буде робити якийсь циклічний рух Євгена, а команди будуть весело до нього підлаштовуватися. Поїхали, Євген. Циклічний рух. Так, циклічний бумеранг. Євген у майбутнє. Я буду президентом. Так, давай. Коли-небудь. Ясна. А наступний я. І наступний я. Да. Щось таке. Ну що, починаємо. Що, реально Дорофеєва голе? Непогано. Ну, кожен по-своєму. Йому подобається дивитися на ікони, так. А, вас в церкві так хреститься. Понял. Пацани, надіваємо свої супергеройські костюми. Немця бачиш? І поїхали ще одне коло, Євген, продовжимо нас. На лыжах можно быстрее ехать, если делать вот так просто. —
Непогано. Далі, хлопці. Женя, що там в рюмках осталось? Чого привів? Дивіться, прикол. Ну все, досить ваші оплески. Ще один циклічний рух від вас, Євгене, для нас. Давайте, подумайте. Про що ви там думаєте? Так. Угу. Ти. Сюди. Так, поїхали. Так. Стадіон, так, стадіон. Стадіон, так, стадіон. Это ОГО! ОГО нажимайте! Я і часть їх команди! Давайте. По черзі. Евгений, вам пиво уже нести? Сейчас, сейчас. Иначе отхватишь. Цікаво, Настя, браво. Зеленский вернулся в квартал. Каже Кошовому, ти йди сюди, ти бачив, як ти ведеш. Так, поїхали, хлопці, ваш, понятно. Евгений Кошовой вчера на шоу «Танцы со звездами» посмотрел, как Макс Барский их ведет. Мы придумали самую крутую орехоколку. Просто кладете орешек сюда. И вот и все. Так сказать, орешек в орешек. Непогано, давайте далі. Ось він. Так. Сейчас, секундочку. Петр Алексеевич, как вам такой митинг? Так, хлопці, ваш варіант. Що у вас взагалі тут на Лігі сміху происходит? Ну, молодець, намагався. А я сурдопереводчик Евгенія. Ти сюди. На. Ти сюди. На. Ти сюди. Саме так Євгеній і думає в своїй черепушці. Поїхали далі, 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 далі. Більше в нашу церкву не приходьте, будь ласка. Дуже непогано. Репризка, давай, батюшка, сам Бог велів. Світофор в Кривом Рогі. Хорошо. П'яний Женя вибирає проституток. Или борется с проституцией. Вот так, давай так. Это Дорофеева тебя пьяного домой зовет. Вова, почему пьяный просто? Просто Женя, да. Владимирский централ. Є версія? Підтримати. Дин-дин. Сюда. Открыто. Намагалися, браво, Євгеній, по-перше, браво тобі! Давайте поаплодуємо за імпровізаційний конкурс всім командам. Стоп голосування, судді. Скажіть враження від сьогоднішньої гри, будь ласка. Прошу, хто? Дами, давайте з вас почнемо. Олеся. Слухайте, така, вона така якась різноманітна, ця гра сьогоднішня. Мені подобаються дуже новачки. Так, мені подобається Володимирський Централ, вони просто фантастично. Ну, у них така харизма, вони просто світлять, таке враження, що від них сонце йде. Так. Дякую, Олесечка. Да. Машенька. Я осторожно восприняла новый вид голосования, потому что, как правильно сказали нам продюсеры, мы оценивали всегда по каким-то своим внутренним критериям. Сегодня нужно было опираться и ловить каждую шутку, потому что этот планшет, он и есть как бы наше такое сенсорное отображение того, когда смешно нам, и тем более, когда смешно залу. Я очень переживала, эти баллы, они все усугубляют, и на каком-то постоянном стрессе они скачут туда-сюда. Но продюсеры, как всегда, оказались правы. Они сказали, не обращайте на них внимания, потому что в конце...
все может измениться, и вы будете удивляться до самого финала. И вот именно так произошло. В частности, команда «Ого», вот я сегодня от начала до конца поменяла полностью вот восприятие вашего юмора. И мне это сегодня очень понравилось. Спасибо, Маша. Так. Вау. Мне очень понравилась первая игра, я имею в виду первая игра с тренерами этого сезона. Я был, как я думаю, многие те, кто сейчас смотрит по телевизору, кто смотрит в Ютубе, кто сидит в зале, скептически настроен на этот сезон. Потому что мне казалось, что все, кто уже мог отыграть, уже отыграли. Была «Битва титанов», мы посмотрели, и была она такая, не всегда на взлете. И я думал, вот придут ребята на фестиваль, молодые команды, пандемия, кто вообще остался играть, кому сейчас нужен юмор. И ребята, оказывается, не разучились писать юмор, и круто написали, появился совершенно другой юмор, повторюсь еще раз, интеллигентный, все выросли, есть роли, понятно, кто, где и как. Короче, это не просто набор шуток десятилетней давности, а свежий украинский юмор. Спасибо. Ты воспрял духом, да, Володя? Да, спасибо. Да. Аллилуйя. Ну что? Настав момент, так? Настав. Настав момент дізнатися, хто сьогодні покине сезон, а хто продовжить боротьбу в восьмому сезоні Ліги сміху. Отже, приготувалися. Увага! На екран! Сума балів після трьох конкурсів для кожної із команд. Будь ласка. Все залишилося на місці, нічого після трьох конкурсу. Ну що? Давайте поаплодуємо неймовірній, молодій, перспективній команді «Владимирський Централ», город Северний. Виходіть к нам, ребята. І її замечательному тренеру, народному артисту України Станіславу Владимировичу Баклану. Ну і привітаємо інші команди з виходом у півфінал. Так. Головне, пам'ятайте, все буде добре. Ну що ж? Це була Ліга сміху! Це була перша 1/4 фіналу восьмого сезону Ліги сміху. Попереду на вас чекають ще дві. Як завжди, на каналі 1+1, у п'ятницю будемо ми. Я, Євген, і Ліга сміху. І Олексій Потапенко. Пока. Ми віримо в майбутньому, весь посвітнеться світ. І кожен з нас тому сюди прийшов. Мы разные, но на сегодня смерть соединит с мечтой общей, сильной, как любовь. И все будет добре для каждого знать.